Более 1 миллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту с начала лета. В курортный сезон среднесуточная интенсивность движения по сравнению с весенним трафиком выросла в 2 раза, до 20 тысяч автомобилей. Более 500 000 транспортных средств пересекли Керченский пролив по мосту в июне, что превысило прошлогодние показатели. С начала летнего сезона по артерии, соединяющей 2 берега, Крымский полуостров и материковую Россию, проехали 1 000 000 машин, в их числе 15 тысяч автобусов и более 100 тысяч грузовиков. За летний период, в самый загруженный день 15 июня, за сутки проехало более 30 тысяч автомобилей. С момента открытия моста по нему проследовало 6 миллионов машин.